Это трагический день в истории российской дипломатии. Сегодня в Анкаре в ходе публичного мероприятия получил ранение, от которого затем скончался российский посол. Посол Российской Федерации в Турции Андрей Геннадьевич Кар. Мы квалифицируем случившееся как террористический акт. Находимся на связи с турецкими официальными лицами, от которых получили заверение в том, что будет проведено тщательное всестороннее расследование. Убийцы будут наказаны. Сегодня же этот вопрос будет поставлен перед членами Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. Терроризм не пройдет. Мы будем решительно с ним бороться. В наших сердцах навсегда останется память о выдающемся российском дипломате, человеке, сделавшем очень многое для противодействия терроризму на своем дипломатическом посту, Андрея Геннадьевича Карлова. If you don't represent women in politics...